Приветище! Это Pacific Drive, и мы продолжаем наше удивительное путешествие по зоне отчуждения. До сих пор надо отсканировать этого чувака. Похититель его зовут, и наконец-то я сейчас прочитаю, что эти твари делают. Да уж, я думал, что я сейчас узнаю, что это за похититель, что они себе представляют, а тут просто письмо. Чувак написал своей дорогой Мэгги любовное послание, записочку небольшую. Я рассказал, что за ними гналась вот эта вот машина, они взобрались на дерево и теперь застряли на нем и не могут вернуться домой. И я так полагаю, что они не вернулись, раз эта записка у этого похитителя. А, кстати, забыл сказать, я же в прошлый раз закончил игру здесь, не сохранившись. Я прямо тут сохраниться не могу. Вышел тупо из игры и начал все, знаешь где, вот сейчас я зашел и начал в гараже Офелии, где я ремонтировал тачку до этого. Приехал сюда, мне пришлось, и вижу... Это душа-отголоска, душа моей машины. Тут лежали все вещи, которые были в прошлый раз. Я их уже все перетащил. И как бы получается, что если я помираю, машина ломается, либо я выхожу без сохранения, тачка со всеми припасами остается здесь. И мне придется до нее ехать и все забирать. Вот такие вот дела. А мы продолжаем с этого же места, где я в прошлый раз остановился. Ух ты, утилизатор. Здорово, пригодится. Радиостанция должна быть где-то на холме. Глаза на горизонт. Но если на холме, то подожди, вон там вот... Нет, это мы оттуда приехали. Я пока ничего не вижу. А, у меня же еще в машине есть сигнальные эти... Сейчас я тебе покажу, забыл, как они называются. Вспышки. Они своего рода заменят нам фонарик. Вот они, источник света. Источник света, возьму его в руки и зажжем. Вот так-то должно получше быть. А то тут совсем темно, ни шиша не видно. Это мы уже посмотрели. В мусорке, конечно же, покопаемся. Один нюанс, то что тачка у меня уже забита. Так как я зашел по-новому и по-новому проехал по той же траектории, по которой ехал в прошлый раз, все материалы заново как бы зареспаунились, и я их все заново собрал. Это надо отсканировать. Лабораторный компьютер. Интересная штука, ее можно распилить, в принципе. Достижение получил. Ловкость рук. Отвлечь внимание аномалий с помощью источника света. Подожди секунду, я слышу какие-то звуки странные. Дайте я выйду, посмотрю. А, вот эту машину, похитителя, в смысле, я отвлекаю вот этим вот фонарем. Зажигаем. И надо быть готовым к тому, что вот эти похитители ко мне сейчас опять прилетят. Надо быть очень готовым. Все, инвентарь заполнен. Ну, я по итогу все забрал. Кто смог. Еще ящичек. Ага, он пустой. Идем сюда. Компьютер, надо же. Сканернем. Нормально так запчастей. И вот еще комнатка есть. Смотри-ка. Ух, елки. Он, по-моему, в бешенстве. Сигнальный огонь попуп. Зажгем еще один. Такое ощущение, что там несколько этих похитителей летает. Вот ящик еще. Футболочек, спасибо. Ах, черт подери. Давай выламывать. Убираем. Огонь опять потух. Ну тут получается все зачищено. Можно отсюда валить. И я надеюсь, что похититель отсюда свалил. Ах ты зараза. Ах ты зараза. Ко мне летит, смотри-ка. Нифига себе. Тачку мою попер! А, он просто утащил мою тачку пока что. О, их тут двое. Их тут двое. Ладно. Давай сейчас зажгем. И кинем ее максимально подальше куда-нибудь туда.
Все, один отвлекся, он полетел вроде бы туда. Этот тоже отвлекся. Меня интересует вот этот контейнер. Вроде бы... О, какой он злой. А, он эту шашку куда-то утащил. Чтобы она его не нервировала. Все, сажусь быстро в тачку, сажусь. Хорошо, что я выключил фонари. Свет их привлекает. Быстро, 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 поехали отсюда. Я надеюсь, что они за нами не идут. Что, 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 что это? Что за... А, видимо, АБС сработал или еще что похожее. Значит, смотрим на горизонт. Вон там вот эта радиовышка, нет, красным горит. Остановлюсь сейчас на минуточку. Выйду. Так, за нами никто не летит, никто нас не преследует. Тачки можно было бы подразобрать, но у меня и так материала до кучи. Сейчас я, кстати, попробую еще скинуть все это. А то места-то у меня маловато. Садимся, поехали нафиг. А то я чувствую себя здесь не очень уютно. Аккуратненько проезжаем. Смотрим в зеркало заднего вида. Все вроде бы ок. Никто за нами не едет. О, есть плазма. Тут кто-то жил, по-любому. Давай там еще пошаримся. Но сперва я скажу за плазмой. Прикольно. Как тут все быстро меняется, а? Дорогу мне освободили. Или не мне? Благодарю за плазму. О, обратно вылезло. То есть меня не пропускает. Короче, залутал этот модуль. Он точно такой же, как тот предыдущий. Ничего интересного там не нашел. Садимся в тачку и поехали наверх, к вышке. Уважаемый асфальт, пропустите нас, пожалуйста. Нам нужно проехать. Эй-эй. А ладно, что, я, наверное, проехать вот эту сбоку смогу. Вот скотина, а! Раньше не мог это сделать. Сколько птиц. Ага, это не птицы, это какие-то частицы чего-то там летают. Вон она, значит, радиовышка. Вон там мигает. Здесь домики. Здесь что-то аномальное явно происходит. Дай-ка я тормозну. Выйду, посмотрю. Что вообще такое происходит? В дом можно зайти? Можно. Здравствуйте. А тут никого, собственно, и нету. Инвентарь полон. Чё хочу сказать. Счетчик Гейгера показывает, что тут радиации капец как много. И мне тут нежелательно бы находиться. Я сейчас что-нибудь сожру, чтобы здоровье поправить немножечко. Закрываем крышку и поехали. Это заправка, что ли, там? А это что? Это люди! Обалдеть! Нифига себе, тут что, аномальный взрыв какой-то был? А, это не совсем люди? Ха! Это манекены для краш-тестов. Да выйди ты уже нормально, а? Хватит дверь туда-сюда тыркать. Интересно, они, скорее всего, могут оживать. Вот этот вообще красный, сияет. Дай-ка я его попробую распилить. Это была глупая идея. Это, короче, своего рода бомбы замедленного действия. Да. Страшно как-то тут. Очень страшно. Зараза, там похитители летают. Надо быть начеку. Чё, по заправке тут есть что заправить?
бензик, например. Хотя с топливом у меня нет проблем, поэтому... Чем взломаем? Монтировкой. Нет проблем. Хорошее местечко, чтобы поживиться. Но хотя, с другой стороны, я бы так не сказал. Тут уже до меня поживились. Магнитофон, не буду его брать. Места не так уж и много у меня в инвентаре. Огнетушитель. Слушай, да тут, походу, кроме магнитофона, нечего брать-то. Да, не густо, не густо, ребята. Тут еще модуль небольшой остался, вон он. Туда можно заглянуть. Капец, сколько тут манекенов. Откуда их тут так много? Че они забыли тут? Смотри, такая дорожка прямо из них. Стой, подожди, дай я отвернусь. Офигеть! Офигеть! Я побежал! Они за мной двигаются, оказывается! Если я отвернусь от них, они прям ко мне подходят! Я тут что-то мог взять, или мне показалось? Ничего себе! Капец! Но тут пока за мной никто не проследовал. Если они близко подойдут, то они могут меня подорвать. Они детонируют, и все, и мне хана разнесет на кусочки. Жутковато как-то это, что меня преследуют манекены. Еще эти звуки вырывающегося из-под земли асфальта. Все, сумки почти забиты. Я думаю, что я по максимуму тут забрал. Манекены стоят, не преследуют меня. Снова этот конвертер. Вот тут вот я только сейчас обратил внимание, газовые баллончики переходят в пластмассу. Допустим, я вот так вот тебе сюда закину. Воу! Воу! Нифига себе. Сработало. То есть, смотри, вот газовые баллоны в пластик я могу переработать. Как бы так показано, по крайней мере. Или... Что я получил? В принципе, он выкинул те же мои газовые баллоны. Ладно, давай, если я пластик в него закину. Вот, у меня два с пластика есть. Не помещается. Ага. А стекло тоже. Ладно, фиг с ним. Не буду экспериментировать, пойдем отсюда. Очень осторожненько. Убегаем. Убегаем отсюда. Смотри, как они меня преследуют. Обалдеть, просто можно. Надо держаться от них точно подальше. Особенно на тачке. Поскольку у меня бензин же в ней, я могу так на воздух подлететь, мама, не горюй. На заправку я заезжать не буду, тем более, не знаю, что я там хочу. Бенза там точно нет. Так, аккуратненько едем и смотрим по сторонам, чтобы они не коснулись меня. Все, отлично. В зеркало гляжу, вроде они за мной не бегут. Объезжаем все эти рухляди. Как интересно, дорога там наверх выходит. Смотри. Трамплинчик целый. Наверное, по грунту не стоит ездить. Это, не дай бог, тут аномалия какая выскочит. Подкинет тачку, перевернет ее. Неплохо было бы, смотри, у меня колесо, походу, пробито. Починить колесо надо. Вот это что такое, вот это вот? Это высота нахождения машины, что ли? Ну, то есть, если на сопку заезжаешь, то... Опа, тут что-то есть. То вот этот шарик поднимается выше. Ничего себе, это что у нас за смайлики? A, B. Давай-ка ручник. А как это, за счет чего оно... А, тут прожектор стоит. Я думаю, за счет чего оно светится-то? Можно внутрь зайти. Наверное, молот. Отбойный нужен. Ого! Ого-го! Не дура тут компьютеров. Но тут больше ничего и нету. Может, шкафчик еще есть? Два. Два шкафчика. Это что у нас? Протокол собрания. Можно его почитать, я так полагаю. Ну-ка, дай-ка я его в руки возьму. Протокол собрания. Можно прочитать в журнале.
Протокол этот от 16 сентября 49 года, но тут написано «Организация мероприятия и перечень его проведения». Так что тут ничего интересного, смысла его зачитывать я не вижу. Выходим и едем дальше. Радиация. Чуть-чуть Гегер пока не зашкаливает. Там манекен, что ли, стоит? Ну да, ну да. Нас встречает. Поехали теперь наверх. Ох, блин. Смотри, крыло повредил, капот повредил, бампер передний повредил. Зато мы уже почти доехали до радиовышки. Это очень хорошо, это прям радует. Там модуль какой-то стоит, да? У нас дорога туда пересекается разве? Стой, секунду. Нет, туда не пересекается, но мы едем параллельно дороге. Мы сейчас в объездной поехали. Потому что нам надо вот сюда вот кружочек сделать. И мы заедем к вышке. Вон она, вон она, вон она сияет уже красными огоньками. Эта вышечка ждет нас, заманивает, говорит, давай шустрее. А я на всех скоростях мчу, между прочим. Что-то какая-то странная дорога, я точно туда еду? Наверх как-то не поднимаюсь. А нет, приехали, все. Зашибись. Радиопередатчик, мы тут. Глушим, паркуем. Ох, какие жуткие звуки. Ощущение, как будто вон та штука сейчас упадет. Так, проход. Проход главный где-то... Куда нам? А, его просто включить и все? Сейчас отсканим вначале. Инвентарь полон. Вот только по той же дороге назад уже не вернешься. Еще один приятный эффект нестабильности. Тут тебе пригодится АРК. Он может вернуть тебя в гараж, но сперва надо его зарядить. Для этого ищу якоря. Обрати внимание на экран, там отмечены все якоря поблизости. Как найдешь, заряди от него АРК. Не стану читать лекции о том, как это работает, ты здесь ненадолго, незачем забивать головушку знаниями АЛИМ-технологии. Ну да, действительно. Значит, якоря это вот эти вот желтые штучки? Я правильно понимаю? Ну давай тогда вот сюда, вот в самый большой. Ну да, желтые кругляшки это сигнал якоря. Все отлично. Значит, мы правильно все поняли. И сейчас туда поедем. Но прежде я хочу здесь еще все обыскать. И зачем я снял вот эту кнопку? Для чего она нам нужна вообще? Фига она у меня в руке. Да, я почитаю. А, это радиопередатчик, за которым мы, собственно, и приехали. Ладно, пускай он будет у меня в руке. Если я сейчас что-то возьму в руки, естественно, он выпадет. Поэтому давай я его вот сюда перенесу. Вроде бы тут все. Можно ехать дальше. Маршрут, в принципе, построен. Так что летим! Я, кстати, колесо забыл посмотреть. Ну ладно, сейчас едем вниз. Ой, скрежет металла. Говорит нам о том, что мы что-то там повредили. У меня все-таки не внедорожник. Ой-ой-ой-ой-ой. Я еще, по-моему, там двигатель как-то повредил или что? Что написано вон там вот? Внимание, 11:53. О, время есть. Ха, я только узнал, где время, можно смотреть. Давай, тут срежем. Оффроуд! Еее! Так-так-так. Ух ты. Стоит забежать сюда. Раз дело идет к завершению миссии... А там-то что? Секунду. Это домик. Это домик. И там внутри что-то есть. И очень необычное. А, это просто прожектор. А такой звук, как будто тут аномалия. Ну ладно. Получается, это звук с другой стороны откуда-то идет. Ух ты, приставочка! Классно!
Жалко, только ее разобрать нельзя. Ну все, тут все зачистил. Идем теперь к модульному жилищу. Что у нас тут имеется? Мусорная жемчужина. Весело. Если есть вот такой вот значочек, как на мусорной жемчужине, он означает странность. Блестяшка. Похоже, зона вам сегодня улыбнулась. Вот только эту деталь нельзя отремонтировать. Как говорится, если любишь, возьми с собой в дорогу, а после отпусти. Прикольно, кстати, она выглядит. Смотри, какая. Интересно. А для чего она вообще, эта жемчужина? Разрежьте жемчужину напополам и увидите, как вокруг ядра сформировались тысячи слоев драгоценного материала. Разломите пополам одну из этих, и кто знает, что выскочит наружу. Угу. Ну, у меня на самом деле уже такая была, но она не такая редкая. А, она тоже вот с каким-то значком. А они вместе... Нет, они вместе не стакаются. Плохо. Короче, кроме жемчужины тут ничего интересного не оказалось. Едем дальше. К точке якоря, правильно же? Мы сейчас вот тут вот два домика зачистили. Еще внизу, вон там вот, я вижу какой-то домик, вон он сверкает. Сейчас до него еще доедем. Ух ты, там плазма есть. Это здорово. Руководство по дозаправке автомобиля выскочу. Какой черт, оно мне сдалось. У меня вроде по топливу. Не можешь найти якоря, а река покажет дорогу. Да отстань. Все я знаю. У меня с топливом, смотри, как быстро оно кончается. Тачка жрет неимоверное количество топлика. Так, жемчужину надо не забыть подобрать. Хорошо. Тут счетчик Гегера зашкаливает опять. Тут лом нужен. Эх, как хорошо забрать бы это все, но места у меня уже нема. Опасность. Да я понимаю, что опасность. Что, мне надо все тут зачистить. Деталье это очень важно. Надо же тачку как-то ремонтировать, чтобы дальше продвигаться, правильно? Зачистили. Рюкзачок еще. Все, теперь к якорю можно ехать. Со спокойной душой. Резинка, ну, пускай валяется. Все-таки жемчужина мне важнее. Что-то ветерок какой-то поднимается. А там-то смотри. Раньше такого не было. Все, 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 здоровье, здоровье нам важнее. Закрываем багажник. Садимся в тачку, поехали. Поехали. Передача включена, тачка заведена. Let's go. А, так вот он, якорь, он прям вот, мы остановились возле него. Как он светится, интересно. По карте сейчас я посмотрю, все ли мы тут сделали. Ну, вроде бы когда. Окей. Мы уже подъехали, мне прям сюда встать. Как мне быть-то лучше? Руководство якоря. Давай откроем, почитаем. Якоря – это гигантский источник нестабильной энергии. Якоря хоть и похожи на светящиеся волшебные шары, но на самом деле это воплощение алюн-технологий. Не волнуйся, они уже очень давно ни у кого в руках не взрывались. Спасибо, успокоило. Она позволит зарядить АРК, расположенный справа от вас. Полностью заряженный АРК может открывать врата, через которые вы безопасно вернетесь в гараж. Количество энергии, необходимое для открытия врат, зависит от маршрута. Если вы успешно вернетесь через врата, вся потраченная энергия будет восполнена. Якорная энергия также нужна для создания предметов и оборудования на фабрике. Так что запаситесь как следует. Будем иметь в виду. Мне это просто взять нужно. Давай-ка сперва отсканируем. Угу. Теперь вроде как можно... Я жемчужину сюда случайно положил. Радиация. Так, можно я это выкину? Вот так вот. Как жемчужину-то вскрыть? Расскажите мне. Я бы ее сейчас вскрыл. Ломом? Давай попробуем. Кстати, а может распилить ее надо? Воу! Воу-в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 оу! Спокойненько! Спокойно! Спокойно! Давай распилим ее, короче. Ее же можно распилить? Ха! Она не пилится, прикинь. Жемчужину. А может лом? Нет. В общем, все плохо. Вместо чего ее? Вместо чего? Давай сожжем. Сожжем витамишки.
сухпайки вот эти вот, там место освободится тогда. Вот, место должно освободиться, да? Есть. Есть. Теперь берем вот эту штуку. Быстро, быстро, быстро ее подбираем и заряжаем. Фух. Заряжаем нашу АРК. Вот так-то. Машина просто схавала эту штуку. Ну все, немножечко мы подзарядились. АРК заряжен и готов к запуску. С его помощью ты сможешь открыть врата обратно в гараж. Но учти, что это моментально дестабилизирует всю округу. Так что открывай только, когда твердо намереваешься вернуться. Поверь на слово, буря тебе не понравится. Закрываем дверку и let's go! АРК? Что? А, подожди. Не опять на ту сторону? Да, блин. Что сразу-то не сказали? Зря дверь закрыл. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратней, там бампер мне не помните. Бампер же на месте вроде. Так, что мне теперь тут сделать-то надо? А, вот, сюда мне нужно теперь ехать. Есть? Что происходит? Опасно. Ты видишь гигантский столб света? Езжай прямо на него. Не волнуйся, он только внешне похож на адское пламя. Лады, врубаем. Эй. Штяк, главное, бензика бы хватило. Что-то очень некрутое происходит, но я еду, я еду. Мама мия. Главное, тачку не разломать всю пополам тут. А то же у меня это корыто. Я уже близко. Нифига себе, 3 штуки их там, если не 4. Пожалуй, надо поскорее уже въезжать вот сюда, а то будет очень-очень плохо. Я так полагаю. Я внутри! Вау! Вот это да! Крутяк! Ну надо же, тебе удалось вернуться. А я была уверена, если уж не зона, так путешествие через врата тебя точно прикончит. А я разве не упомянула, что ты первый человек, который не пользуется? Конечно, до тебя я проводил опыт на мышах. В каком-то смысле они испытаны. Ну да ладно. Вместе с тобой должны были вернуться и все ресурсы. В этом вся прелесть врат. Только через них можно вернуться, не растеряв нажитое. Тащи все детали в подсобку, так и это позволит тебе на время пользоваться моим фабрикатором. С ним ты сможешь собрать кучу полезных вещей. От багажников для крыши до сигнальных ракет. Антенну из всех этих деталей смотришь на раз-два. Но фабрикатору нужна якорная энергия, так что запасайся основательно. Учти, я, конечно, этим гаражом уже давно не пользуюсь, но это не значит, что можно все крушить. Сломай что-нибудь, пулей вылетишь на мороз к аномалиям. Мы друг друга поняли? Так точно, мадам. Но вот то, что ты меня как подопытную крыску загнала в этот портал, это я тебе не прощу. Я хочу посмотреть, что у нас тут еще есть. Ага, тут молот нужен. Кстати, вот. Теперь у нас молот есть, и мы можем это все открыть. Ох-хо-хо! Фабрикатор. Антенна зонального сканирования. Господи, сколько тут всего еще куча подоткрывалось интересного. Устройство, собранное из подручных материалов и оборудования из гаража ОФИ, позволяет сканировать зону на предмет карманов стабильности. Могу уже сделать, вроде бы как. Все остальное недоступно. Ну давай, подтвердить. Ого. Но нести в руках я не могу, потому что у меня все битком. Хотя нет, не все битком, что это я. Место есть. Бери давай. Вот так-то. Установочный набор. На тачку, что ли, можно поставить? Я так полагаю, что да. Только куда? На задний ряд. Спереди уже все занято. Поэтому... А что наверху-то там? Там что-то наверху есть? Пойдем сходим наверх. Погодка, конечно, атас.
Разбушевалась природа. Может, вместо антенны эту штуку поставить получится? Скорее всего. Вау! Я построил антенну в этом гараже. То есть мы еще и дом будем апгрейживать? Фиксирую отчетливый сигнал антенны. Дай ей пару секунд на калибровку. Обслуживание автомобиля. Найти ручник в камере хранения в подсобке. Ладно, я уже бегу. Мне самому тут неприятно на улице находиться. Кстати, смотри, мы вернулись в гараж, и тут новая тачка нас поджидает. И компьютер, и магнитофон, это все же можно разобрать. И вот еще тачка какая-то стоит. Кстати, на мусорку можно заглянуть. Она должна обновиться. Забавная живая мусорка, которая выплевывает мне периодически ценные вещички. Что еще? Отхилиться надо. Обязательно похилимся. Так. Теперь нужно с ручником разобраться. Это надо в фабрикатор сбегать, скорее всего. Или может быть здесь он. А, вот ручник, кстати. Какие-то панели новые. Кустарная панель, кустарный бампер. Это что у нас? Ручной пылесос. Направьте его на любой предмет подходящего размера, и он попробует его засосать. Ха! Дай-ка я его в руки возьму. Пойдем магнитофон попробуем засосать. Магнитофончик. Не, с магнитофоном не работает. Видимо, материалы, которые будут раскиданы по полу. Вот, допустим, если я вот это сейчас выкину. Вот так вот. Я это все должен... Да. Прям слайм-ранчер какой-то. Но нам сейчас не это нужно. Нам ручник нужен. Блин, какой он здоровый-то. В руки возьми его. Вот, и потащили в машину. То есть до этого у меня ручника не было. Я исключительно машину всегда оставлял на паркинге. Но сейчас мы эту ситуацию исправим. Не забудь разгрузить багажник. Тебе понадобится много места. Странно, что я ручник установил куда-то сюда. Погоди, он у нас теперь действительно есть? Что-то пиликает. Ну, как бы у нас все равно паркинг и все, и драйв есть. Машина, кстати, заведена, между прочим. Так, что-то я все двери пооткрывал. Нифига себе, у нас сзади. Стой. А я могу сзади сесть? Не, сзади нельзя, но там он что-то подсвечивается даже. У нас, походу, сидушки с подогревом там и вентиляцией. Че по топляку? Надо вообще отключить тачку, потому что двигатель работает. Это нехорошо. Закрываем капот. Подожди, а тут у нас, кажется, что-то все-таки с ручником есть. Вот что пиликало-то. Вот, ручник-то где. Олимпийский дрифт. Выбрать новую способность. Заблокируйте задние колеса, резко потянув за рычаг. И конвертируйте инерцию в стильное торможение. Аномалии будут в восторге. Давай, конечно же. На Ctrl я теперь могу ручник врубать. Еее. Он где-то, короче, нажимается, этот ручник, но я не понимаю, где. Давай, заводим тачку, поехали. Поехали, прокатимся с ручником. Посмотрим, как оно дрифтить будет. Колесо отвалилось! Да блин! Зараза! Только я хотел подрифтить. Слушай, ну, кстати, вовремя оно отвалилось. Не в дороге, по крайней мере, когда я в телепорт уехал, да? Очень даже хорошо. Сейчас установлю его обратно. Вот так-то. Конечно, все очень плохо, его надо будет сейчас закрепить получше. Опять этот красный значочек, потому что появился. Но я всего лишь хочу попробовать поддрифтовать. Тут должно места хватить. О, кстати, вот еще местечко открылось. А, так я отсюда и выехал, точно. Это, короче, гараж, и вот эта штука меня выплюнула. Это тоже часть телепорта. Попробуем подрифтить. Ручник. Вау! Работает, слушай-ка. Нифига себе. Надо разогнаться. Сейчас разгонимся где-нибудь тут, дрифтанем. Вот поворот. Заходим. Ну, такое себе, если честно.
не гонка, но тут же можно апгрейдить двигатель, и тачка будет носиться вообще неимоверно. Поэтому в будущем ручник нам пригодится. К тому же, если на асфальте это делать... Ох! Нормально я затормозил. Так бы сейчас в мусорку влетел и бампер себе бы разнес, точно. Все, выходим. Стой, стой. А если, кстати, пинать тачку свою? Пинается нормально так. Теперь нужно что-нибудь поискать, что поможет нам разгребсти наш багаж. А, спасибо. Я только что к тебе подходил, ты мне этого не выплевывала, а теперь, пожалуйста. Очень много всего выплюнул. Что это? Сундук для ресурсов? Пустой. И есть контакт. Все более или менее работает. Я подключил антенну к составителю маршрута. Как закончишь рыться в моих вещах, проверь. Лады, проверю. Мне сейчас только вот ящик куда-нибудь перетащить. Куда-нибудь его поставить. Вот сюда, может быть, я его поставлю. И, в принципе, я могу тут разгружаться. Жемчужина, она мне покоя не дает, если честно. Как вот ее разрезать? Этой штукой я пробовал. Она же не режется, правильно? Я же вот смотрю, не режется. Хотя нет, режется. Ух ты! Но она очень прочная. То есть нужен какой-то другой утилизатор. Поэтому пока что жемчужину сюда. А я пойду новый утилизатор смастерю. И попробую расковырять другую жемчужину, потому что у меня же несколько было. Вот она, вот эта жемчужинка. Так, кидаем ее сюда. Она, надеюсь, не такая крепкая, как та. Ну, как тебе сказать, она такая же крепкая, зараза. Может, ее отбойным молотком? Отбойный молоток у меня сломался, поэтому надо тоже его сделать. Давай проверим. Надеюсь, она сильно далеко не улетит. И чё? О, раскололась, кажется. Ещё разочек. Не понимаю, она ломается или нет. Может, теперь попилить попробовать? Короче, ты жемчужину запаришься ломать. Вот, серьезно, я уже отбойный молоток сломал, пожалуйста. Ладно, с ними потом разберемся. Уверен, что как-то по-другому их надо ломать. Это что у нас такое? Автоматический пылесос Варгус. И что он делает? Что произошло? Не понял. Подожди, давай откроем этот сундук. Что там? Что там? О! Жемчужина. А, подожди, это он. Это же... Да, он отсюда мой сундук, короче, спер и туда в этот, выплюнул. Это, видимо, со всей территории весь мусор он собирает и вот в ящик заплевывает. Я хочу, чтобы мой ящик лежал тут. И жемчужина вот эта тоже лежала тут. Возвращаемся обратно, там еще много чего интересного, неизведанного. Вот это что у нас? Пневмопочта. О, фи. Ага. Ага, ага, ага. Так. У меня, кстати, есть тут для Офи вот какое-то письмецо. Это для этого нужно, нет? Непонятно. Нельзя складировать предметы. Офига я тогда вот этот протокол сюда тащил. Пусть будет тут. Во входящих, так сказать. Это исходящий, а это входящий. Давай вернемся к нашей тачке. Что у нас тут? Значит, прочность. Такая себе, движку, походу, хана. Аккумуляторы заряжены на все 100. Что ж, берем нашу ремонтную пасту. И пошли подкрашивать то, что у нас поломалось. У нас, значит, вот крылья надо починить. Потом бампер обязательно. Вот так вот кашечки все замазать. Фары. Что у нас? Вот эту фару можно починить. Вот. Тут тоже у нас... О, тут вообще плохо все. Кстати, с колесом надо разобраться. Красный кружочек напоминает, что это плохо закрепленное колесо. Нам нужен набор механика. Он у меня тоже где-то тут лежал. Набор механика или нет? Его сделать нужно. Вот он, набор механика. Создать. Теперь будем закреплять колесо. Чтобы случайненько оно у нас где-нибудь в пути не отлетело. Готово. Кстати, забыл про капот. Надо на него тоже плюхнуть.
Ну, вроде бы тачку отремонтировал. Но вот бампер я где-то все-таки потерял. Надо его вернуть. Бамперок. Вставай на место, где ты должен стоять. Теперь мне нужно все вещи скинуть с моего багажника в этот вот замечательный ящичек. Капец, да? Весь ящик забит. Теперь нам нужно заполнить наш бак автомобиля. На соточку желательно. Есть. И вот еще что. Я хочу попробовать вот эту штуку. Это, короче, растворитель, который возвращает первозданный вид железу. Можно попробовать, вот, например, может, на переднем бампере. Что-то не работает. Видимо, этот растворитель, может быть, может, тут? О! Повторная краска. В смысле повторная? Что-то я не понимаю, оно работает или нет. Я думал, что оно ржавчину, вот эту разъезд, и у меня будет... Короче, это, скорее всего, быстрый способ починить свои предметы. Да, пишется повторная краска, так это не работает. Окей, оставим на другие важные случаи. Остается мне только зарядку еще сделать, и я готов к следующей вылазке. Зарядочка, где она у нас? Тут вот она, зарядка. Создать. А, ну еще ударный молоток, конечно же, нужно. Я же его сейчас об жемчужину разбил. И, возможно, утилизатор дополнительный, но я его смогу сделать в тачке, поэтому сейчас это не к спеху. Ну вот и все. Зарядочку тоже закидываем сюда. А остается только разобраться с краской. Вот этой вот, вот этой краской. Я ее сейчас заберу. И нанести. О! Обалденно же! И можно еще на капот. Ну красота же. Неописуемо. А тут на ржавчине будет. Ну на ржавчине плохо. Такое себе. Так, куда бы еще нанести? На дверь багажную. В принципе, вот. Мой луноход готов. Теперь точно на все 100. Кстати, пойдем я тебе прикол покажу. Когда я закрывал багажник... Нет, не так. Надо прям под ним встать. Смотри, по башке себе бью и здоровье отнимаю. То есть я могу себя убить своей же тачкой. И даже если она поедет, и я встану перед ней, она может меня и давануть. Так что надо быть поаккуратнее. Ну а на сегодня это все. Я сохраняюсь. Благо, сохраняться в гараже мы можем. И в следующий раз мы начнем отсюда. И отправимся в город, чтобы провести тест на аномалии. Ну, скорее всего, у меня будут кровь брать из вены или еще что, не знаю. Поэтому, если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение этой игры, ставь лайк под видео, подписывайся, и тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи!